Здорово! Ну что ж, продолжаем с тобой проходить это веселое приключение. Давай, продолжим. Там кот еще орет. Так что ничего страшного. Поорет, то успокоится. Веселье ему хочется. Веселье о радости. Так, ну это мы видели. Салим Осман. Такая веселый. Ты не знал, что здесь ужастик у нас? Что ты радуешься идешь? А, ну я же напевал, да. Зейн! Ну, я похлопаюсь. Так, да, вот здесь вот мы остановились. День рождения, Зейн. День рождения, свой папа. Хоть ему там не мину, блядь, принес. Так. Например, такой университет на курс мифологии. Что у нас на полу? Таров. А, че это загнут? Без понятия. Че они девушку-то загнули? Два мужчины там на фотке. Зейн. Блять. Мне какие-то страшилки нарисованы. А, типа, да, Хнеска чудовище, а чё? Эдинбург, чудо лошадь, не знаю. Змей какой-то, крокодил. Не понял. Ладно. Так, ну-ка, давай сейчас посмотрим, что есть. Мифология древней Месопотамии.
Зачем? Уту. Нано. О, нано я помню что-то. Свен Элисин. Нигала. Что-то тоже планета Нигала. Так. Набу что-то из их воинов такое помню. Мардука. Нер. Окей. Интересная тема Шумера. Чего опять? Что опять случилось? Что не так? Алло. Алло, Анна Салим. سليم جاركم ابو زين طبعا اي رجعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعة كله بخير تعرف لا لا كله تمام اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه هديه كويسه لما يرجع ابعته لي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجي انت عارف الولاد اي وقت ابعته لي لو سمحت طبعا لا 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 يا ديني Блять, за ним приехали, ему надо сына найти. يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا تاك وصوف الشاسنة نيت ما اقدرش اعمل ده يا فندم ابني محتاجني لأمر يا جندي مش طلب لو واجب عليك فهمت Сука, я тебя сразу предам, как только будет возможность. Козел, война-то окончена. Койот 2, это главный ястреб 2-1. Мы на подходе, обрубаем связь, прием. Нихера тут. Да, графен строит, сука. Вас понял, прием. Мы вас прикроем. Удачи и с Богом. Всем позывным, радиомолчание, конец связи. Готовьтесь, парни, мы почти на месте. Мёрвин, чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Неплохо, щенок. Смотри, у твоей мамы такая дыра, что в ней как-то потерялась команда спелеологов. Ну, бля, давно это сочинил? Хорош прикол. У меня таких красавцев целый батальон. Да, твоя мамка так и сказала. Может, хватит мастер про задание, помните? Да подожди. Эй. Не про маму. Есть только одно место, где баба может мной командовать, слышь? И это постель. Твоя мама пускает женщин к тебе в спальню? И что, совсем не ревнует? Блин, Рэйчел.
Эй! Стирали вы ржете. Сержант Кей, выходи на связь с контрольным пунктом АВАКС каждые 4 часа. Сержант Кей, ты с нами? Да, понял. Связь с КП раз в 4 часа. Связь с КП, так. Эй, ты как? Я в норме. Что с тобой такое? Просто города есть побрил. О чем подумать. Все окей. Ничего. Так. Поддержка. Я на твоей стороне. Всегда. Знаю. Помни об этом. Брат за брата там, что-то там. Semper Fi. Ладно. Semper Fi. Semper Fi? Это типа девиз бойскаутов? Девиз морпехов. Всегда верим. И что, это типа к удаче? У морпехов до хрена суеверий. Какие, например? Ну, смотри. Например, нельзя оборачиваться, слезая с вертушки. Отвинешь всю команду. Кажется, я ничего тупее в своей жизни не слышала. Ну, возможно. Но по мне хуже не будет. Смотрим только вперед. Станешь озираться в бою, твою жопу непременно отстрелят. Мы на месте, морпехи. Мы прибыли сюда ради этой миссии. И видит Бог, мы преуспеем. Аминь, бро. Ура! Ура! Ура, бля! Ура, на! Давай, погнали! Так, сейчас мы столкнемся все в одном месте, да? Бля. Я же забыл, он что там стреляет? В случае чего? Эй, Джоуи! Ну и нахера ты это сделал? Наебалово. Американ! Ласакер, американ, го! Нас обнаружили. Жду приказов. Так. Разделимся, не стрелять. Действуем аккуратно. А, я так понял, его сына, он это, типа находки вот эти находит. Тут чисто! Чисто! Объект захвачен. Сопротивления нет. Понял. Вели Мёрвину дать желтый сигнал в зоне высадки и веди полковника. Это провал. Эти люди нам не враги, они пастухи. Лейтенант, докладывайте. Огонь не открывали, жертв нет. Ферма захвачена, занимаемся пленными. Пленными? Нашли вход в подземное хранилище? Никак нет. Если он и есть, то хорошо спрятан. Если есть,
И как это понимать? Мы еще не провели полный обыск, сэр. Найдем его. Вы пошли на риск, обнаружив нашу позицию. Но риск оправдался. Все четко, без жертв. Спасибо, сэр. Но оставшиеся иракцы теперь знают о нашем прибытии. Мой отряд готов ко всему. Да кинь это бить, спасибо. А, блять, вообще, типа, им похуй. Должен знать, как отвечать, и да? Все. Сюда теперь пролезть сложнее, чем в целом. Лучше тебе не продолжать, капрал. Я начну допрос. Да, только не упирай на высшую математику. Идем. Значит так, если кто-то хотя бы глянет косо, доложите мне. Так точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с этим местом что-то не так. Э? Это что ли это? Хваленая женская интуиция? Нет, это у вас рожа с двух предыдущих игр. Кроме актерского. Я тебя обыщу. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين ندخل مخزن السلاح؟ так. Каков приказ? Пока жди. Я сама. هسألك مرة ثانية. فين مكان المخزن؟ Еще что? Похоже на чучелка. Языческая. Ида. Хатарафу Ураю. Да в жопу. Что за хрень? Интукенгена. Я укололся. С меня хватит. Капрал, следи за пленными. Выполняй. Блять, очень темно, я вообще ничего не вижу. Блять, я надеюсь, этот чувак выжил. Скажи, где хранилище? Он был вооружен. В этой стране все вооружены. أكثر من اللي أنت محتاجه للغنم. فين مدخل المخزن؟ يباي. نانا. Отставить, лейтенант. Эти люди по-другому не понимают. Все под контролем. Ну я в ебалах, хотя бы я тоже хорошо. Есть еще пленные. Да, в той хижине. За мной. أنا راجع حاليا وبعدين هتتكلم. присматривай за этим. Оружие. А почему должны сражаться со своими же? Так.
так, здесь тупик, значит, мы все-таки на улице. Я хочу, чтобы вы обыскали каждый дюйм этой фермы. Ба, вот выглядит Ольга, прикольно вообще. Почему игры шутаны не делаются рядом, таким графеном? За дело. Клянусь, это Мёрвин на нас наслал проклятие. Я не верю в приметы, зубную фею или Санта-Клауса. Не, ну зубная фея, да. Ну Санта, как можно? Ну все, ты похерил мне Рождество. Ты не разговариваешь. Там уж хватит свистеть уже. Ты ничего не говоришь? Давай с тобой. Привет. Есть что сказать, сержант? Посмотри. Что видишь? Ни хера. Если оно тут, где следы? Не. Это пустая трата времени. Этот его Целус облажался. У нас приказ, сержант. Продолжаем обыск. Да, сэр. Обана. У нас тут противогазы. Тоже найден секрет. Это героин. Охрененная новость. Эти люди обычные бандиты. О чем только Эрик думал. Переверните здесь все вверх дном. А может там под Герычем? Ну все. Началось. Блин, я ранен. Пидорасы. Бля. Куда мне надо было там стрелять? Нет! Блядь! Чуть концы не отдали! Вот это адреналин! Рэйчел! Где ты? Рэйчел! Артемон! Артемон, говорит! Тебя туда же! На нахуй. Мы
Вычищем пидорасов фосфором! Нельзя швырять фосфором по людям! Ой, да ладно! А что нам за руки взяться и вокруг костра хороводы водить? Заткнись хоть на секунду и дай подумать! О чем тут думать? Нас перебьют! Могу я кинуть фосфор? Нет, не надо. Никак нет, только для дыма. Обойду их. Прикройте меня и тащите Джоуи. Бля, не успел я навестись, так бы в череп бы попал. На. Давай, беги, брат. Бля, спасен. Похоже, мне хана, Ник. Пиздишь. Тебя зацепило, но ты будешь жить. Тебе же ногу попали. А, блядь, не в ногу не попали. Костики, царапина. Держись. Пиздишь. Не. Сука, зря спасали. Это все за китайца, он оглянулся. Помолись. Я не расист просто. Ну, как еще? Я не знаю, я забыл его имя. Чего вы ждете? Азиат. В стороны, открыть огонь! Твою мать! Всем позывным, это регбист. Врубаем связь. Кто-нибудь доложите обстановку. Прием! Регбист, это Killjoy 2. Мы под обстрелом и падаем. Цели уже в зоне посадки. Ну и дерьмо. Дырявлю твою тупую башку. Я не буду в него стрелять. Бля, тут хоть кто-то меня понимает? Курс изменен. Semper Fi. Не промахнись. Курс изменен. Сай решил не стрелять в Джейсона. А Салим. Понеслась. Рэйчел! Твою мать! Да она все время в доме там была. Ебать. А вот этот храм. Так, это Ник. Угу. Надо бы их же запомнить. А, блять. Мервин! Джейсон!
Если мне нравится, как они это, как ходят, как чувствуются персонажи. Джейсон! Джейсон? Я близко, я сейчас! Бля! Да вы чё, нахуй, шутите? Ты видал? Сука. Ебать. Монстры нахуй. Сука. Ебать. Я. Блядь, где вы? Ты что не видишь, что это не... Ну ни хрена себе. Святая Божья Матерь, куда мы попали? Нужно подняться наверх, быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато и ракцев, как собак нерезанных. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Не зевать. Так. Я что-то видел. В смысле, что-то видел? Там был не человек. В тоннеле. Бля, не поверишь. Надо было сидеть в вертушке. Сука, я знал, что ты еще не готов. Богом клянусь. Не впутывай Бога в эту херню. Все, блядь, ни слова больше. Возьми себя в руки, пока нас обоих тут не завалили. Поверь мне. Ни хера ты не видел. Понял меня? Так, страх. Надо выбираться отсюда. Надо выбираться отсюда. Ты когда-нибудь видел такое? Куда мы попали? Хэзэ, я историю прогуливал. Она тяжелее, чем кажется. Помоги. Мне нужна помощь. Качалку пропускал? Это Мервин! Блять, я пытаюсь! Да перестань ты извиваться! Все плохо. Он истекает кровью, надо спустить его. Держись, мы рядом. Ник, подойди. Режь ее. Дело плохо, ему пиздец. Я вас, блядь, слышу! Ты справишься. Терпи. Рюкзаки Морфи. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Давайте скорее. Не сейчас. Смотри в оба. На что смотреть? Бля, кто собирал этот рюкзак?
Бля! Что это, блядь, было? Сука, я ж тебе сказал, там кто-то есть, блядь. Клариса? Кина. Двигай, живо! Что с ним? Что там, блядь, такое? Не знаю, выяснять не хочу. Черт! Что делать? Он истекает кровью. Блять! Что там? Тебе прямо сказать или помягче? Говори как есть. Врать не буду. На вид хреново. Из-за него эти твари спекутся сюда. Он не уймется. Смотри, Морфи. Смотри, Сузан. Прекрати орать. Полегче, ты его прикончишь. Ты мне нужен, Ник. Ты его убьешь. Морфий действует. Блять, нихуя там. Ебать. А что-то так хранитель у нас не появился с своими рассказами. Салют. Ана мулазим Салим Усман لكل جنود. Энту фейн? Хаул. Энту фейн? Бутад ماشي. Капитан. Дах. Ада тисмани? Ада рисал хаул. Капитан. Зифт. Бля. Док, если ты тисмани. Ана чайр фигаф. Хаул охрок. Хаул. Ахс. Сука, у нас только автомат. استحم اسمع موسيقى احتفال عيد ميلاد ابني لا على باب انا لا لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي كيزيو بلاد احنا فين في حد موجود هنا في حد هناك انت سامعني باين عليه مخرم عسكري Бля-бля-бля. Сука, это кто? Кто здесь? Не последуйте, ты издеваешься.
сука. Бля. Да не. Как же без автомата-то, блядь? Пистолета нету. Сука. Салим. Нет. Союзников. Блядь, а там темнота. Подожди, у меня есть зажигалка. Had the other money. How would? Да, конечно, зажигалка светит, пиздец, что. Сука, смотри, сколько здесь царапин. Алло. Блин, я же на эту слюну сглотнул. Бля. Сука. Закрыть. Бля. Хоть бы ты хуйня света боялась. Да, она света боится. Салим, бля, как тебе повезло, нахуй. Эрик!
почему пишется часов, типа 1906 часов? Все это рухнет нам на головы. Так. Ты как там? Цела? В порядке. Видел сержанта Кея, Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Это может быть выход. Не знаю. Так. Бесстрастность. Я о тебе позабочусь. Только держись рядом. Я сама о себе позабочусь. Похоже на то. Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт. Ладно. Ну что? Не страшненькая ты. Готова. Вперед. Лучше бы я очечки обратно делал. Или волосы бы хотя бы распустила. Глубокая расщелина. Не глубже твоей. Видишь, там дует. Предлагаю лезть. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Да нет, на базе взяла на всякий. Готова? А ты? Как-то не похоже это на хранилище оружия. Если тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война. На людей нападают. Ты логично, что пиздец? Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Ты была несчастлива в браке, да, я смотрю? И поэтому решила изменить, прошлого, вместо того, чтобы просто... Ты прочувствовал потерянность? Расстаться. Ты быстрее, здесь есть что-то. Бля, там что-то будет, сука. Понятно, нам лучше не надо будет спускаться. Шумерский. Так, продолжаем. Старая. Что? Она древняя. Не это... старая. Ведь старая. Клинопись. Шумерская? Что это за место? Очень... Ты разбираешься в истории. Древняя. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Тогда зачем ты за него выходила, если он такое хуйло? Не понимаю. Бабло, перспективы. Шваль, блин. Вроде прочный. Да, похоже. А я вот видение видел. Вы упали нахуй.
плохо справляешься со стрессом. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. Это Пазузу. Пазузу. Деревня, изображающая мирского бога демона. Так может эти Пазузу, они это и есть? Сука. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как ты связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Потрясающе. Такого я не ожидала. Этого не хватало. Блять, мы сейчас упадем. Сдвинем? Похоже, застряла. Стопудово. Да неужели, блядь? Ну еще есть варианты. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук? Это Салим. Идем. Что-нибудь видно? Только давай без прыжков вверх. Не опасно? Выбора нет. Трос. Спускаемся. Рэйч. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Так. Давай. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Ну ничего. Это мне урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродится. Ты не согласна? Не веришь мне? Так. Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков. Ты спрашиваешь или говоришь? Я иногда понять не могу. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так,
Ничего. Взгляни на это. И пулемет, господи. Ну, видно, что они отбивались. Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Надеюсь, мы его запустим. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Что с ними случилось? Секрет. Список Худс. Что у тебя? Фотография археологов. Она 46-го года. Сентября 1945 года. Типа фильма? Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Да мне как-то тоже не по себе. Кинг, всем позывным! Меня слышно? Прием! Так, сейчас все здесь надо посмотреть, что... Так. О, подожди, я же не перевернул. То... Надо срочно включить эти лампы. Да подожди, я ничего не вижу. Сейчас включим. Во, сейчас. Храм должен был задобрить богов. Так, ну я думаю, сейчас мы зажгем уже с тобой этот. Эту хрень взяли или как пластырь, она пригодится. О, пригодится. Так, да, вижу, что там канистра. Черт, целая гора фейерверков. Фейерверки. Зачем им это?
Эрика, глядись. Что-то не так. Они вели каталог находок. Где-то. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Так, здесь вот канистры. Такую громадину должны были найти давно. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Бля. Бля. Посвети на бак. Износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. У меня же есть кость. Тут что-то есть. Готово? Готово. Мы можем поговорить? Не знаю. Смотря о чем. На базе ты обещала, что мы скоро поговорим. А здесь сейчас мы с тобой одни. Ужасное свидание. Ты привел нас в какую-то дыру. Ха, да, как так вышло? Отзывы хорошие. Стой, погоди-ка. Я заклеила течь. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но, кажется, это было вчера. Для тебя, для нее-то. Рэйчел, мы позволили друг другу отдохнуть, и этот разрыв. Смотри, как он помог нашим карьерам. Ты теперь старший офицер ЦРУ, а я... ЦРУ сможет изменить всю эту войну. Да, если начнет работать. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Твоя работа важнее, чем мы. Не думаю, что мы могли предугадать ее влияние. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда?
должно сработать. Запускай. Мне мужика жалко, он ее так любит. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Посмотрим все. Так они и не вышли. Так, было сохранение. А, ну, и на этом давай уже прервемся, что и так очень долго уже все посмотрели, очень много всего. Ну же, давай, до встречи.